Света, какие виды пиццы ты знаешь? Я знаю сырную, грибную, мясную, рыбную. Все вроде бы. Нет, есть еще сладкие пиццы. С одним из рецептов мы сейчас познакомимся. Для столь необычной пиццы нам понадобится тесто, сыр моцарелла, сыр маскарпоне, клубничка, бананы и листья мяты. А начнем, пожалуй, с самого приятного – подготовки начинки. Нарежем клубничку и бананчик. О, это я люблю. И все. Можешь это сама сделать. Давай. Сейчас я убираю клубнику, а ты, Светлана, пока очисти бананы. Вообще вот это вот сочетание банана и клубники, оно достаточно устойчивое. Да, будет нежно сочетаться эти два ингредиента, особенно девушкам, думаю, понравится эта пицца. Еще бы не понравилось. Во-первых, она низкокалорийная. Во-вторых, бананы в ее составе стимулируют выработку эндорфинов. Иными словами, это гормоны радости. А клубника способна нормализовать все обменные процессы в организме. Так что фруктов не жалеем. Ну, ты же так пальчики себе отрежешь. А надо как вот так вот, подогни их костяшечки. И... держи, держи. Ага. И чуть. А, то есть вот так, да? Да. Понятно. Безопасность превыше всего. После того, как начинка готова, приступаем к раскатыванию теста. Делаем это аккуратно, чтобы оно не порвалось. Какой состав теста? Что туда нужно замесить? Тесто у нас входит два вида муки. Это мука пшеничная и мука из мелкого помола сортов. Масло оливковое и дрожжи. Все, наша лепешка готова. Начинаем выкладывать ингредиенты. Первыми пойдут традиционные для Италии сыры – моцарелла и маскарпоне. Главное, не переусердствуйте, чтобы сыр не просочился через тесто. Следом идут фрукты. Раскидываем в хаотичном порядке, так как это пицца. Да. Ах, клубника хороша, ее в отличие от банана не жалеем. После того, как все закончено, беремся за лопатку. Все, основная начинка нашей пиццы готова. Сейчас она направится в печечку. Вооружаемся лопатой, да? Да? Я пошел, а ты пока, Светлана, здесь приберись. Выпекаться нашей пиццы предстоит всего 10 минут при температуре 300 градусов. Ого, молодец, прибралась. Пицца готова. Красота! Завершающим штрихом послужат листики мяты, сахарная пудра и капелька оливкового масла. Наша вкуснейшая итальянская сладчайшая пицца готова. Мы сейчас ее будем пробовать. А вы пока записывайте рецепт. Пробуем. Пробуем.